Всем привет! Буквально несколько часов назад позвонил покупатель. В интернете был у меня выставлен этот наборчик, комплект сверла здесь. Различные маленькие, чуть толще, чуть меньше. Я лично не технарь, поэтому не знаю, что для чего оно. Но на перепродажу все это покупается, все продается. Вот такая штука. Я когда бы покупал, по-моему, весной, еще тогда увидел, вот то, что такие вот подобные предметы, так как у меня большой опыт работы с антиквариатом, то есть оно стоить должно подороже, и я не ошибся. Значит, по ценам человек у меня купил за 500 гривен. Поэтому смотрите в гаражах у себя на дачах, если есть подобные вещи, можете выставлять самостоятельно в интернет и продавать. Вот я считаю, отлично. Вот за такие вещицы получить 500 гривен. Очень даже и неплохо. Ну так вот закрывается здесь таким пенальчиком. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!